Привет, друзья. Продвину микрофон, важную вещь хочу сказать. Почему психосоматических заболеваний так много, а таблетки такой одной нет? И почему сейчас вот настолько противоречивые советы дают, как выйти из состояния, ну, какой-то инфекции? Вы понимаете, комар-беспилотник, да? Вот, почему? Противоречивые, и ВОЗ там противоречивый говорит, там и все советы друг другу дают, там вот эти вот всякие. Ну, потому что, когда вы находитесь в ситуации неопределенности, вдруг заболели чем-то, резко поднимается напряжение. Неопределенность – это что такое? Это неизвестность, это когда ты готов ко всему. Как солдат на фронте, весь в напряжении. Естественно, если ты даже просто гриппом заболел обычным, или там что-то схватило сердце, там, или что-то заболело, там, ногу чуть ушиб, там, палец ушиб. Вот я дверью защемил, картину нес, защемил пальцы, и у меня боль. Я сразу подумал, ну как же это пройдет, как же вот теперь, наверное, там синяк будет. Видите, нет никакого синяка. Почему? Потому что в этот момент поймал эту мысль у себя в голове, что я себя начинаю накручивать. Да-да-да, вот как рождаются всякие психосоматики, которые стрессом разгоняются, потому что неопределенность – это всегда стресс. А тоже нужна определенность. Определенность у нас как делается? Ну, я, например, вспомнил, что надо зажать чуть пониже, сжать сильно, чтобы перебить эту боль. То есть вторую доминанту создать, и вот эта доминанта, ожидание, что будет у меня там синяк или что-то хуже будет и прочее, той доминантой. Уже энергия мозга распределяется на две доминанты. И эта доминанта уменьшается, обесточивается, и поэтому адреналина меньше выделяется, и поэтому пригашивается, да, если можно так выразиться. Да-да, поэтому я вам советую. Там говорят, когда у вас какая-то проблема возникла в связи с этими делами, один говорит, там надо вот мандарины есть, а другой говорит, вот купить, а третий говорит, чеснок надо применять или витамин С. Это противоречивые такие. Самое главное, чтобы вы противопоставили этой неопределенности, которая разгоняет ваш стресс и дает питание этим микробам, вирусам и прочее. Дает им разгореться. То есть вот эту доминанту надо снизить. Противопоставить определенностью. А ключ это как раз таки для этого. Потому что когда вы подбираете действия, синхронные вашему состоянию, и знаете принцип, что это принцип подбора путем перебора, отбрасывать то, что вам не подходит, а искать именно то, что вам приятно и просто. Вы вместо этого адреналина, вместо этого солдата, готового ко всему, вы включаете внутреннюю аптеку, эндорфины пошли. И поэтому заживление идет быстрее. Эндорфины – это группа целая гормонов, которая универсальное лекарство. Поэтому люди заменили химически, когда не знали ключа. Они заменили водкой, да, поэтому создалось виноделие, я уже об этом говорил. Стресс надо снимать, и поэтому много различных психосоматических болезней, таблетки одной нет, которая от всех болезней. Разные методы лечат психосоматику, и разные таблетки, и витамины, и добавки, много-много чего. Главное подобрать то, что вам подходит. А ключ как раз-таки помогает вам найти те действия, которые включают именно то, что вам подходит. Вам лично, индивидуально подходит только то, что вырабатывается вашей генетикой, вашим индивидуальным организмом, вашими особенностями и вашим текущим состоянием. Сколько людей я вывел с помощью
просто упражнение «Волна», когда выходишь на состояние безмятежности, повторяя эти действия, видите, как я делаю, я вам показываю. Сидишь вот так вот, отпустил мысли на самотек, и ты постепенно из состояния стресса выходишь на состояние безмятежности, из хаоса к порядку. Порядок – это внутренняя гармония, которая восстанавливает все истощенные и нарушенные функции организма. Поэтому ключ при всех психосоматических нарушениях, поэтому ключ при всех стрессах – это универсальный метод. Почему говорят, что панацеи-то не бывает? Нет же универсальных методов, которые на все действуют положительно. Есть. Это вы сами. Да-да-да, это вы сами, когда вы находите действия, синхронные вашему состоянию. А в ключе впервые в мире эти правила, принципы приема и масса разных упражнений для индивидуального подбора. Конечно, друзья, подбирайте себе те действия, которые вам нравятся. Подбирайте, выбирайте. То, что вам не подходит, отбрасывайте. Так человек инстинктивно делает. Инстинктивно вы сами так делаете. Просто вы на это, наверное, не обращали внимания. Вы сами себе и доктор, вы сами себе и педагог, вы сами себе тренер, и сами себе психотерапевт и психолог. Конечно. Делайте по ключу простые действия, которые вам приятны. И дозу соблюдайте. Будете чуть-чуть делать. Чуть-чуть снимется напряжение. Это будет как бы 50 грамм для храбрости. А если будете делать дольше, вы будете выходить на безмятежность, это уже бутылка. Да, человек напьется, сидит, ему все пофигу. Вот он. Потому они так и пили. Пили у нас в СССР. Да, да, да. Очень интересно было. Пьяному море по колено, да? Поэтому пили, и вытрезвители были, ЛТП всякие, принудительные лечения. А у нас все это есть. Да, естественный алкоголь. Называется эндорфиноподобные вещества. А вход туда, метод ключ. До встречи, друзья.